преподобный Силуан Схимник за святое свое житие и великую чистоту сподобился от Бога дара прозорливости и чудотворений. Он был хранителем монастырского сада, но в Писании говорится: «Если не Господь сохранит город, то напрасно трудится тот, который его охраняет». Он находился в своей келье и молился, а Бог ему открыл: «В монастыре, в саду находятся воры». Не жалко этих плодов. Есть Божья заповедь: просящему дай. Подошли бы, попросили, им бы отдали последнее. Зачем воровать, грешить? Старец начал молиться о вразумлении этих людей. И они вдруг застыли и с нагруженными мешками простояли трое суток, не могли сдвинуться с места. В изнеможении начали вопить о помощи. Старец к ним подошел и сказал: «Вы всю жизнь воровали, жили за чужой счет, стойте теперь здесь и искупайте свою вину до конца своих дней». Тогда они поклялись, что дальше будут жить иначе. Старец опять о них помолился, и после этого они снова смогли двигаться, остались в монастыре, трудились здесь во славу Божию, спасая свои бессмертные души.